Привет, ребят! Сегодня я бы хотел отметить два таких события, знаменательных для Израиля. Вчера у нас отменили маски, ношение на улице. С чем я поздравляю весь Израиль. И плюс второе мы получили. Мы не ждали, но нам прислали. Из Аравийской пустыни пришла аномальная жара. Она началась еще в выходные. Я был с ребятами в походе, в горах. Я застал начало ее там, но сегодня получился пик в районе плюс 40. Выехал после работы в центр Тель-Авива посмотреть, как Тель-Авив, как израильтяне пережили эту жару. Ну вот котики, вы видите, вот устроились под шесиками. Шесики, все, наверное, известные фрукты. Вот они тут. Вот они, счастливые котики. Вот его братишка, соратник. Тоже отдыхает. Нет, мы только в гости. Мы ни в коем случае не беспокоим тебя. Нет, отдыхай себе спокойно. Да. В данный момент мы находимся прямо в центре Тель-Авива. На Кикар Рабин. Для меня это место памятное. И в моей жизни тут произошли приятные для меня события. Оно для меня и волнительно, и приятно вспомнить, и вам показать. Давайте просто пойдем посмотрим, как Тель-Авив, как израильтяне сделали это. А они сделали это. Это не первая и не последняя жара. Просто в этом году более или менее первая. Я, как уже сказал, на выходные мы были в походе. Я оставлю ссылку в описании. Там нас застало начало этой жары. У людей отказывали телефоны, переставали работать. Сегодня температура еще поднажала, и я уж не знаю, как люди, которые работают на улице, обслуживают нашу страну, не находясь в помещениях с кондиционером. Честь им и хвала. Когда-то я работал на улице в Израиле. И ничего, тоже как-то работал. Да, ребята. Приятный шум города. Вот впереди нас площадь Кикар Рабина. Да, только что тут были гуляния. Отгуляли День независимости. Все в порядке, все хорошо. Все большие молодцы. Пойдемте посмотрим, как устроился Тель-Авив. Впереди это мэрия Тель-Авива. Молодцы. Работают они хорошо. Молодцы. Идемте мы. Да, вижу, ограждения остались, по всей видимости. Праздник удался. Люди тут, конечно же, любят погулять. Большие молодцы. Израильтяне в этом смысле. Да и во многих других они большие молодцы. Давайте просто посмотрим, как ребята умеют отдыхать. Пройдемся. Ну, я сразу хочу сказать, вот я сел в Батьяме на автобус, пересек Яфа, пересек набережную Тель-Авива, гостиничный комплекс, и я хочу сказать, что улицы пустынные, все-таки, ребята, плюс 40. По моим ощущениям, было больше, ну, пусть плюс 40, это все-таки очень ощутимо. Ну, это площадь, чтобы вы понимали, тут и гуляния, тут и всевозможные деятели, наша государственная большая головная боль. Здесь проходят всевозможные митинги. Против них, за них, между них. Народ тут живет активный. Да, пустынно в Тель-Авиве, я хочу сказать. Ну, идемте смотреть. Что за павильон?
что-то ребята тут затеяли. Вечер приятно, но все равно ощущения такие, как будто вас то открываете в сауну дверь, то закрываете, то открываете, то закрываете, никак не можете определиться, заходить вам или не заходить. Примерно выглядит так. Нет, на самом деле уже прямых лучей нет солнечных. Уже все терпимо, уже все по-человечески, можно так сказать. В нормах приличия. Но вот хотел бы сказать о снятии вот этих карантинных ограничений с масками. Происходит теперь некая путаница. Я вот посмотрел сам по себе. Люди то садятся в автобус, понимаете, вы когда уже вам разрешили на улице ходить без маски, потом вы садитесь в автобус, вы должны сообразить, что маску нужно одеть. Я хочу сказать, я обратил внимание, что в автобусе половина людей были без маски, хотя в автобусе по-прежнему сохраняется ограничение. Но это все на совести людей. Это все на совести людей. Но опять же я хочу сказать, что люди теперь и путаются. Конечно же, я сам зашел в автобус, маску одел, вышел с автобуса, маску снял. У меня с этим более-менее порядок. Ну, все. Да, хаживал этими уличками не раз и не два. Приятно побывать здесь. Конечно, хотел бы сказать, деревья красавцы. Вот, смотрите, что природа, вот она все делает, вот все делает для того, чтобы мы были счастливы, мы были довольны. Как приятно побродить в зелени. Батями вот этого нет. Те немногочисленные там какие-то аллейки, что в Батьяме были, ушли под наш знаменитый метро. Но Тель-Авив ставлю десятку. Они сохранили свои деревья. Конечно. В такой красоте, в такой тишине многие бы хотели посидеть. Ну, конечно же, их подрезает. Их подрезает. Вот где все корни, они подрезают, так скажем. Они их формируют. То есть корни, они их... Видите, вот эти вот отростки, они их формируют. Потом не дают им вольно расти. Если бы тут дали им расти вольно, то, ну, конечно, было бы некое подобие джунглей. То ли все-таки сказывается жара, то ли сказывается рабочий день, то ли и то, и другое. Народу немного.